Неге түсірмеймін? Мен досаған түсіріп тұрым. Сізді түсіріп, мен сізді түсіріп тұрмын аға, неғыла бересіз? То, что мы сюда подойдем, придем сегодня, знает Аким Ауизовского района, начальник управления предпринимательства. Бекшат Куаныш, мы с ним говорили, он вас не знает. Ринат, заместитель Акима района, он не в курсе. Пожалуйста, давайте мы не будем ругаться, покажите постановление. Разрешение подписано. Мы пришли не с проверкой, мы пришли как потребители. Вы представьтесь, пожалуйста, кто вы? Любая проверка. Мы работаем не первый день с этим. А за что? Сулиевская? Мониторинговая группа. Покажите разрешение письмо, постановление. Я только что говорила с руководителем предпринимательства города, Светлана Мурадалина, Бекшана Куанышева, никто вас не знает. Покажите основания. Дальше мониторинговая группа Мен тнушимын. Мен тнушимын. Мен ошондой жүрө алам мен эле. А сейчас говорят, что начальник управления предпринимательства города Алматы выдал это разрешение. Вы никуда не пройдете, куда вы будете стоять. Насчет этой проверки. Это не проверка, мы же объяснили это. Это не проверка. Вот сейчас на линии начальник управления предпринимательства. Поговорите с ним, Бекшан. Алло. Алло, здравствуйте. Ага. Слушаю вас. Я вот зашел как потребитель в Гранд Парк. Вы мне запрещаете ходить здесь? Вы представляетесь удостоверением Акимата города? Нет, это Акимат вон там. Хорошо. Я состою в этой группе. Вот тогда журналисты без разрешения. Здесь идет не проверка. Здесь мониторинг. Давайте не путайте, вы же. А журналист может быть потребителем или нет? Да, но без камеры. Любой человек может быть камера потребителем. Может быть снимать, когда идет нарушение, у нас в законе есть такое. Хорошо, покажите, все. Вы что вы проверяете? Вы же потребитель. Мы не проверяем, мы потребители. Потребитель не проверяет. Да, Александр. Мы не с проверкой, у нас нет проверочного листа даже. Они с проверкой, но у них нет проверочного листа. Ну, как так? Мы не с проверкой, вы почему это вводите в заблуждение? Вы сами показываете удостоверение сотрудника Акимата. Представлять мониторинговый... А что, он не может быть потребителем? Он не человек, что ли? Короче, это самозванцы, надо вызывать милицию и сдавать. Вызывайте. Это тоже самозванец. Если вы заңсыздык көрсөтүп түшүрүүгө болот заң боюнча. Эгер заңсыздык көрсө, мен түшүрөм. Түшүндүңбү? Если нарушение. Так, жана жерде заң бузулуптур. Мен заң бузулуптур. Мен орусча сиздерди түшүнбөйм. Мага сиз келип, касымда ар дайым жүрөсүзбү? Алар аны түшүнөсүңөр, аны түшүнбөйм орусча. Вы давайте провокацию. Вы мешаете. Я не мешаю. Вот ходите здесь, а вы не снимайте, пожалуйста. Пожалуйста, не снимайте все. Здесь запрещено здесь. Я здесь специалист службы безопасности. Покажи. Удостоверение. Удостоверение свое покажи. Надеюсь, это банк тут не снимает. По закону я имею право, когда идет нарушение, снимать. Вы имеете право для себя снимать, а не так, чтобы публично потом. А мы для себя не снимаем? Для себя и снимаем? Вы не имеете права. А чем вы? Почему? Вы не имеете права. Обоснуйте. Обоснуйте, согласно какого закона мы не имеем права. В случае того, что если... Мы вообще имеем право с вами не разговаривать, вы не представились. Я говорю, информация о том, что вы... Если вы ворши в суд сорвания, я потом вас суд на вашу организацию. И будем уже... Семья, вы... А ваша незаконная организация. Вот даже разрешение нет. Я специалист службы безопасности. Нет, кушайте. Куали, мы говорим. Мы хазах сосуились. Гарима? Тұтынушыға арналған қазақ тіліндегі ақпарат жоқ. Және де судар сіз служит, чтобы вы по вашему требованию. Бүкіл Қазақстан азаматы... Я вас попросил пройти в конференцию, обсудить ваши вопросы, которые вас интересуют. Мына екі жігіт. Нас интересует вот это. Қазақ тіліндегі маған ақпарат бермейді. Нарушение закона. Ұғы. Қайсы, ары қарай не болып тұр? Бар ма қазақ тілінде? Дұрыста дұрыс емес пе? Сен айтшы. Сен балана сөзіңе жол бересің, сотқа тартыласың. Кім? Я вас как мужчина с мужчиной говорю, пройдемте конференцию. Не сева мужчина, мужчина не сева, вы с ней отношения не пришел. Я пришел здесь. Умничайте, что-то говорите. Хорошо? Тебе не нравится, ты выходи, пожалуйста. Жоп, меня выйду. Что вы мужчину говорите? А что ты оскорбляешь человека? Я не оскорбляю, я говорю, вы как нормальный. Это человек, будущего человека, я лично. Я как человек подойти, обсудить вопросы. Чего вы здесь, ходите провокации занимаетесь?
где вы ходите? Вот вы здесь ходите. Вы себя дома ходите сюда? Вы тебя дома ходите? Нет, это частный бизнес. Мы вас попросили. Мы смотрите, вас просим уйти в другое место. Хорошо, а бизнес должен придерживаться соблюдения закона? Кто? Я что-то вам нарушил? Вы нет. Вот нарушил. Ну вот, я как человек, являющий безопасности данного частного бизнеса. Все, обеспечили безопасность. Пойдемте туда. Зачем вы здесь ходите провокаторы? Я оскорбил человека, ты будешь извиняться перед ним. Ну кто его оскорбил? Я сказал, вы говорите, как хотел. Ты же мужик, а что ты это от своих слов отказываешься? А что ты мне камеру в этом лицо тыкаешь и мне что-то говоришь? Ты не тыкай мне, во-первых. Я говорю, вы же мне тыкать начали. Правильно же? Я и вам тоже в ответ ответил. Ты младше. Так что не надо здесь получить. Намного младше меня, пожалуйста. А ты нормально знаешь, что такое все. Вы тоже знаете себе субординацию? Я знаю. Вас попросили, как нормальный человек, пройти с нами конференцию, обсудить вопрос. Что вы здесь стали, как памятник, и мне показывают. Он фиксирует нарушение своих прав. Он имеет право на это? Нет, ну вот зачем все? Тогда? Не препятствует? Вы начинаете потом. Что там ваша информация вот такая? Вот данные, это право. Это не его право. Если вам не понравится, вы можете обратиться в суд. Но у вас же нет официального разрешения, чтобы здесь находиться. Почему? Правильно? Вот, покупатели ходят. Что, они, у них каждого разрешение есть? Они документы не представляете. Вы провокацией занимаются здесь? Какие провокации? Вы же провокацией занимаетесь. Это твое мнение. Это твое мнение. Натуральный провокатор. Все хорошо. Вызови прокуратуру, пожалуйста, прокурора вызови сюда. У тебя есть право, прокурора вызови, пускай вас составит протокол. Вы на это слово не реагируете? Я реагирую, я остро реагирую. Ты человек оскорбил. Все, не вызови, барыши, барыши, бізге қазақша сөйлеп ал. Сөйлесе, сөйлеп қазақша егер. Бізде мен қазақша сөйлесіп тұрып көр. Ой, ағаш бар мен. Енді кетіп қалса ары қарай, не аласын? Сөйлесе алмасын. Мәселе не дейін? Мәселе оның тәрбиесіздігінде. Мәселе сіздердің әлсіздіктеріңізде. Без маски, хорошо? Ваш попросили пройти в конференц-зал. Сен, әргетші, әргетші, сен адам дұрыс жібереді, жақсы ма сен? Бала, әргет. Менің ашуым әтемеш бар. Коллекторский компанияға бар жұмысыңыз? Ана жаққа бар жұмысыңыз. Ол да жазылып алды, разберемся деген сөзің сенің. Бір қарапшы, әй. Науқан деген жазушы көрмейді, мынау не? Науқан ба не? Науқан. Науқан деген жазушы. Мына жерде де тұр. Бірде бір қазақ сөз. Мына жерде де қарап, чистіше не, басқа қазақша жоқ. Так жоқ. Мыналардың өздерінде сөрелерде тұру үшін қазақша барлығы. Болмаса бұл Қазақстан территориясына кірмеу керек. Кірмеу керек. Әрбір ауданға барған сайын кім айтып еді, бар прокуратураның бір адамы болады. Иә, иә, иә. Бұл жоқ. Продается делом клуб пройдите на кассу номер 21. Хабарламаны да көріп отырсыз ба? Тек көрші тілде айтып отыр. Өзі бір қазақша жазылған тауар бар ма екен өзі?